Ну, не такое же, но такой спуск. Лесенка такая из... Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить босса, и это уже 9 уровень. Ну что ж, продолжим. Не знаю, уже даже мучениями как-то язык не поворачивается назвать. Изикор же вообще, да? Сейчас я только как обычно кнопочку переставлю. It's Bashi Time. Уровень Ninth World. Кид Икарус. 16757 смертей. Total average. Так, что у нас тут? Какие-то шипы крутятся. Так, она задевает? Не, вроде она не задевает. Так, ну это же вроде изи момент. Ну да, а в чем подстава-то? Так, ну вроде никаких секретов так и не вижу. Гастри, давай-ка ты отдохнешь. А, так. Сейчас. По центру они вообще не задевают. Блин. Да как же так-то? Да лол, ну что я делаю-то, дно? Ой, чё я не могу рассчитать-то такую простую траекторию? Опять. Чё-то меня троллит, если честно. Всё. Ну, в смысле, ещё не всё, конечно, но... Теперь все. Опять эти. Блин. Вот видите. Спасибо, Тор, привет. Так, там печалька какая-то наверху происходит. Нет, а надо сразу после рестарта быстро делать. Да что ты делаешь? Упоротый, боже. Ой, да это боль. Ой, да это боль, я уже понял. Это же низкие прыжки надо делать. Фармилово, в общем, начинается. Блин, еще обшипываем. Пройди больше, ну вообще-то еще очень долго. На рейпе до счастья.
Я чё, вообще что ли уже? Кстати, насчет я уже вообще, да, если честно, я уже вообще. Потому что я сейчас выходил по делам из дома и понял, что все очень плохо со мной. Потому что оказалось, что сегодня день города, а я не знал. Да хватит уже упарываться об эти непонятно что. Да ну хватит. Что за хардовый момент? Блин, всего лишь 9 уровень, а уже хардовые моменты какие-то пошли. Блин, вот тоже, вот я уверен, ты здесь пройдешь со второй попытки, блин. Потому что, по-моему, ты такие моменты на изи проходишь. Блин, да что такое? Ну, звонок. А ты думал, город празднует то, что кто-то из него прошел боже на репе за 40 минут? Гордость, гордость города, да? Кто-то прошел на репе боже. Да как это последнюю пройти? Ну она же упорота. Она, в принципе, как первая, но почему-то я не могу. Самый почетный житель города, да. Именно так. Да как? Ух ты ж, я даже не знал, что я думал об него умру. О боже. Ну разумеется. А как же тут поступить-то? А как тут поступить? А, еще прыжок добавляют, но я слоу. Опа. Так. Ну, в принципе, это не очень сложный момент. Можно было бы и более сложных ожидать на 9 уровне больше. Хотя... Да нет. А, ну об них же еще умирать можно, вот в чем хардовость-то. Не только прыгать, но и умирать об них можно. Так что там, возможно, и хардовость сейчас справа будет. Угу. Не затралено. Шипы тралят сильнее.
А что это за игра такая, Гит и Кларус, вообще не знаю такое. Я люблю спойлерить, ты о чем? Ты меня с кем-то путаешь. Нет, ролло моменты точно нельзя спойлерить. Типа вот таких. Если ты знаешь, что там секретка где-то, то да, скажи, что она есть. Это торт по твоему желанию, я не прошу. Но, если хочешь. Но я не прошу. Но и не запрещаю. Может, это секретка? Надо проверить. А как же поступить-то? А, ну сразу на верхний, но что-то не дотягиваюсь-то. Да лол, ну как же там-то? Изи? Ну так ты вначале пройди до сюда, потом будешь говорить, что изи. Ну я знаю, что ты троллишь. Ну как же дотянулся-то до них, я не понимаю. А, ну надо походу еще чуть-чуть дольше как-то задерживаться. Блин, вот немножко же не дотягивается. Но это уже довольно сложный момент. Но все равно, блин, Мегамейном в узком уровне были сложнее. Задолбал панч. А кто это такой вылазит? Как раз таки какой-то Кит Икарус этот, что ли, или что? Я вообще без понятия. Что-то, по-моему, я начинаю выполнять одно и то же движение, и не понимаю, что с этим сделать. Может, какое-то затраливание есть, ну, типа, что там какой-то невидимый блок, может, и все что-то такое. А может, его убить можно, нет? Вроде нет. Да Тор, ну хочешь не спойлери, и все, что-то. Я же сказал, я не прошу. Пройду и так. Просто это, ну да, уйдет больше времени, ну пройду же.
скорее всего. Может, там все надо снизу шип этот проходить, так какая разница, в принципе. Привет, Магнус Вир. Ну, даже если запрыгнуть и что, мне все равно так и так потом дают прыжок. Может, успеть надо очень быстро, наоборот, на ту платформу, и я успею туда прыгнуть? Блин, точняк. Привет, Гебастье. Осталось дело техники. Да-да, ну я понял уже, как видишь. Блин, да не на ту надо было, или то надо было вправее брать. Ну это удаляй. Нет, не в курсе. Я даже не видел дверь. Ты только что мне заспойлерил и облегчил игру. Не, ну в принципе это затравливание только на один раз. Но все равно. Но я-то ее не видел. Я бы один раз бы дошел, не убив всех. По-любому. Ну, скорее всего. Хотя я не знаю, пока я не могу дойти, может быть, у меня по-другому не получится туда дойти, но однако. Да, я очень внимательный. Да, не, ну подсказки облегчают примерно на 20-30%, но все-таки не на 50 и не больше там. То есть, на одних подсказках все равно не пройдешь. Ну просто меньше мучиться в некоторых местах будешь, да. Но однако все-таки не настолько уж и меньше. Ну смотри, даже зная это, ну и что мне это сейчас вот в данный момент, мне это еще не сильно пока помогло. Ну просто то, что я, да, не буду стараться пройти, оставив несколько этих черепах. Ну, чуть-чуть облегчает, да. Ну, я был против этого. Ну, в смысле, как бы, немножко расстроился, ну так, что мне подсказали вот это. Ну и ладно, пофигу. Привет, Прист Клауд. Чё, так и не переустановило больше-то? Вот видишь, дальше-то потом Итич будет. Ну, летающие черепашки и что. Такие милые, из Марио. Да, что А, Тор, вообще-то ты мне скидывал тоже, когда впервые я играл, Боша, ты мне скидывал тоже какой-то репак
тупой с инсталлятором. Который, причем, блин, меня это бесит, когда игра ставится в папку с названием версия. То есть она ставится там типа, знаешь, C, там программ Firefox 86, Bosch 171, вот так папка называется, но это жестко. А, ну почти. Хватит с меня этого добра. Да что такое-то, ну? Ну вот, а нормально с официального сайта скачиваешь, там просто архив распаковываешь и все, и там Exe запускаешь, там инсталлятор вообще не нужен. Я не понимаю, зачем он. Только чтобы забить просто мусором систему, ну вот этими инсталляционными данными. Нет, Тор, ты мне скидывал инсталлятор, это я вот прям вот точно знаю, и помню. И у меня в начале игра была. Помнишь, еще у меня сохранение, там еще были проблемы, типа надо от админа запускать и все такое. Потому что она стояла в программ Files, а права инсталлятор нифига ей не дал. Вот, ну короче. А сейчас у меня просто из-за папки загрузок она запускается. Опять не получится. Надо не стой начинать. Тоха классная, конечно, игра. Лучше бы с первой начинать. Первая вообще очень классная. Она, правда, другая. Тор от нее горит, но она, блин, классная. Ну не так. Сейчас надо понять порядок. Начинать со средней. Ну а я с какой начинаю? А, ну ты имеешь в виду обе средние вначале, да, убивать? Или что? Да если честно, я не продумываю стратегию сейчас. Я пытаюсь, как получится. Почти. Не-не-не, почему, Тор? Там боссы прикольные, мне нравится. Вообще атмосфера. Ну да, удаляй. Ну, Тор, троллить это, конечно, хорошо, но уже одно и то же надоедает. В контре я зарабатывал стратегию, естественно. Там по-другому сложно. Ну, может быть, роботом еще как-то можно, но другими. Не-не-не, первые пять частей, они не сложнее. Только первая другая, а вторая, третья и так далее. Вот третью я вообще с первого раза прошел. Третья, она легкая. Не, ну я, естественно, с продолжениями и не на Лунатике, но я имею в виду вот именно в таком варианте. Короче, надо с правых начинать. Что-то я туплю. Ну как же потом залечу-то, если я буду с левых начинать? Ну вот, да, нет, ну как бы, может быть, первые пять местами могут быть немножко сложнее, чем шестая, седьмая там, и все такое, но вот чем десятая там и так далее, это, конечно, в сравнении не идет. Не, я на хорошую еще ни одну не прошел, но... И, кстати, Тор, а с чего ты взял, что мне из первой музыка нравится больше, чем из других? Да, она шикарная очень сильно, но и в других топах она классная. Например, во второй мне очень нравится, во второй вообще просто идеальная музыка, можно сказать.
Почти все треки очень нравятся. Нет, Тор, ну почему? Вначале постоянно, как, ну знаешь, всегда, когда что-то обнаруживаешь новое, что очень нравится, ты это вначале постоянно, а потом уже, ну, так, время от времени. Но я и со второй слушаю, и других тоже. Просто, возможно, ты не попадал на эти моменты. Че я туплю? Мне же второй прыжок дают после черепахи. Ну, блин, да, туплю, туплю. Жестко. Вот и все. Ну только теперь туда фиг запрыгнешь. Да, синело. На изи или на норме прошла шестую, седьмую, десятую? Ну десятую это извини, тогда ты первые вообще пройдешь на изиче. Ну, все равно, даже 10 без продолжений. А, не-не-не, на изи я тоже 10 без продолжений прошел, точно. Блин, ну, что поделать? Засейвиться не выйдет. Ой, жесть какая. Ну, нет. Да ладно, я сейчас я уже понял, как тут проходить. Ну да, если бы, конечно, сразу кто-то, допустим, подсказывал, что здесь надо двойной прыжок там делать, да? Это очевидно, но я-то не догадался, то, конечно же, было бы легче. То есть, да, действительно, советы могут ускорить очень довольно серьезно иногда. Сердечко посередине плеера. Да, недавно вроде, да, появилось. Инфа с 10 по 12 часть. Там не важно, 1 cc или нет, вам все равно засчитают даже с контами, как 1 cc поставит метку клеер. Значит, чтобы прошли типа на 1 cc. А. То есть если я 10-ю осилю на. Вообще просто осилю на норме, да? То в любом случае будет good ending, что ли? Хорошая концовка. Ну как там, лол? Десятая была самое сложное прохождение, Канако там нагибало очень, еле хватало на затаскивание. Я вначале в десятой горел на норме, потом на изи один раз горел, а потом на изи затащил, у меня еще две жизни в запасе осталось. А, понял, нету. Ну это что-то Зан, короче, уже обленился. Просто начал делать хардовую игру без вариантов концовки. Мне кажется, это хуже стало. То есть он увеличил сложность? Не за счет того, что не нужно было брать продолжение, а за счет нереальных атак. И в итоге даже нет смысла почти без продолжений проходить, только если ну для себя. Да сейвься! Черт! Блин, ну как так-то? Ну че за дно? А как наверх пройти? Офигеть. Затралено. Какую секретку? Давай, говори. Секретки сразу говори.
Да не так. Нет, а впервые на верхний экран прибыл. Не, ну сейф тролльный. Хотя, чё я тупил? Там же слева, где сейф, есть стена, которую нельзя перепрыгнуть. Вот я дно. То есть можно безопасно прыгать. Туплю. Не, это легкий экран, вот не считая последнего самого прыжка. Да, что я делаю? Да не так. Ну что это? Да ну чуть-чуть же совсем. Тролльный прыжок, очень сильный, конечно. Наконец-то, ну. А, и как-то секретку взять? А, ну понятно. Ну сейчас не пойму пока точно. А, да там по центру еще что-то, походу, блин. Вот здесь, да? Или нет? Блин, там еще и маленькая платформа. Обо что я умер, я ничего не трогал.
зеркальный экран! Ой, дно! Все, о, вот это я слоупок! Это реально просто слоупок. Не догадался. Да нет, Тор, я бы и так прошел. Ну, я же уже начал продвижение делать. А, сейчас убьет, да? Нет? Убьет. Тор, что-то тебя раньше так не горело от того, что мне подсказывали, а сейчас что-то начало гореть. Зависть. Да что такое-то? Слишком далеко встал. Да блин, я соскальзываю. Второй прыжок не дает. Так. Тут надо быстро действовать, чё? Сейчас умру, да? Пит? А, не, не умру. Ну, потом посмотрю, что за персонаж, а то это, я же... Гокибест Е считает, что на следующем экране я обязан помучиться. Не должно тут удевать, вроде. Да, вот на следующем очень сильно даже. И на третьем тоже. Да и на четвертом не сладко. Значит, надо перепрыгивать просто. Перепрыгнул. Ладно, посмотрим, что за пита мы взяли. Это что? Нет. А, вот какой-то пит. Это как раз таки из игры, что ли, Икарус этот или что? Ну я понял, это Икарус этот. Ну, судя по скину, ну, по текстурке, по этой. Да что такое? Что-то с глазомером совсем плохо стало. Идеально.
Ну что такое-то? Ну, блин. Вроде так просто, кажется, а что-то нифига. Сейф. Лол. Че кто там бегает, я не пойму никак. Так. По-моему, я зря, да, это делаю? Я себе платформу уничтожаю. Ну, я понял. Не, хочу больше. Нафиг вот этих всех. Ну это практически то же самое, что исчезающие платформы, только разница в том, что если один раз ты проскочишь ее, то уже поздняк будет метаться. Блин, да. На те верхние 4 блока какие? А, да не важно уже. Так, а вот это трололо. Это стандартная годгеймовская штука. Я это никак не могу отрегулировать. Но оно заглючило, оно должно вроде исчезнуть. Обнови просто. Да. Не, ну я понял, что тут надо сделать, но блин, это сложно. Блин, ну это сложный прыжок, нахрен. Нафига такое? Да вау. Ну там, по идее, должна реклама появиться, как обычно, ну, в плеере. Но почему тут у тебя не появилось? А потому что Good Game настолько глючный, что даже реклама глючит. Но Кибергейм еще хуже, поэтому, блин, выбора нет. Ну, а Twitch, да, все понятно, с Twitch'ом уже давно. Да не бери ты все монетки, ты лол. Блин, я тут походу надолго сейчас фармить буду. Да, ну блин. Слупочная реакция, жесть. Да, тайминг прекрасен. А, так, блин, ну это еще даже не сейф. Ой, жесткий момент.
Так. Значит, я прыгаю туда в момент, когда там монетки. Скорее всего, застреваю в блоках, либо приземляюсь на нижние блоки. Прыгаю сразу же и напарываюсь на шипы, но вообще не надо. Так что если я не напарываюсь на шипы, то я так продвигаюсь таким образом. Ну, в принципе, блин. Не знаю. Отлично, чё. Красные кубы появились и пропали. Да что такое? Да что я делаю? Блин. Да что же я такой слоупок? Но я не могу уже. Соник был прав. I'm too slow. Соник просто готовил морально к последующим уровням. Блин, да что я делаю опять? Какую-то фигню. А, почти. Да. Сейчас пройду. Немножко еще посижу. Покормлю. За час пройдем. Ну, главное, что сейф наверху сделали. Я, на Хардоне, наверное, его нету, и это пипец. Печально. Да, блин. Привет, Инферно. А какой я дальше вижу? Я не вижу дальше сейва никакого.
Ну, а на следующем экране? Понятно. Блин, я высокий прыжок сделал слишком. Зачем я прыгнул так рано, по крайней мере? Ну, я же видел, блин. Меня тралит даже не затраливаемое. Да как? Ну я ж думал, все, пролез. А зачем выключил? Прожи, если тебе путь светлое будущее, Тор оценит. Ну, я думал, засейвил. Да как же так? Блин, это очень тролльно, если честно. Зачем я не прыгнул нормально-то? Да что я делаю тут, ну? Да что я так рано-то прыгаю? Тайминг вообще говно у меня, ну полное просто. Удаляй доту. А почему оно так хреново берется? Ну, то есть вот он мне не давал пойти. То есть мне нужно обязательно прыгнуть, чтобы пойти, а просто я не могу вперед сдвинуться. Кто-то за минуту это место проходит и не напарывается на тот верхний шип, а кто-то при первом прохождении тут сидел минут 20, как я, но прошел тот шип незатраленным. Я затрален, походу. Перемикрил. Ну, да, вроде понял. Да что такое-то, блин? Прошел.
секретка, нет? Что за фигня? Босс? Нет? Какой-то мини-босс какой-то или что? А, куда мне... А, мне обязательно это все братство-то убивать, да, походу? Я думал, можно уйти незатраленным. Да, это довольно-таки прикольно. Так мелкие-то уничтожаются или нет? Я не пойму, я еще ни одного мелкого не уничтожил. Ну, сейчас я попробую начать так, потом уже буду Гаст и Рю. Не, ну у меня была мысль бить сверху, но они же прыгают все равно. Я так и думал, что сверху. Нет, он не чит, здесь ничего не чит. Ну да, я так никого не попаду. Да не надо пока. Да, я вот тоже удивился, что зеленые капли не убивают. В боссе что-то еще и не убивает, офигеть.
Не так-то просто. С другой стороны, кажется, вообще не сложно. Ну вообще же фигня какая-то. Не может быть, чтобы так сложно было. Не, в смысле, не может быть не потому, что это босши. То есть это наоборот обычно. А ну потому, что это не выглядит сложным. Просто я туплю. Нет, я не могу. Я стою, ну, зафиксирован, пока он прилетает. Я не могу мелких уничтожать, они, по-моему, бессмертные. Или неужели я по ним просто не попадаю? Что-то, блин, непонятно, если честно. Вот самых мелких. Вот этих вот. А почему они... Блин, я думал, они высоко будут прыгать. А, попал. Да вроде это изикор, нет? Привет, твой тигр. Я попал. Ну да. Не, слушайте, выглядит как изикор. Ну, просто я немножко торможу. Ладно, я не немножко торможу. Я очень сильно торможу. Блин, хочу все-таки наверх попробовать. Но сейчас умер просто из-за того, что я пытался наверх попасть. Да что такое? Ну вот опять, потому что хотел туда. Да, что ты делаешь? Что не запрещено, то разрешено. Не, плохо, надо было с платформы, там самое нормальное. Все равно он тут лишь относительно помогает. Это еще надо, чтобы его пулька попала. Но она, в принципе, большая, это даже, в принципе, да, это помогает. Ну,
Да, но только от больших-то тяжелее уворачиваться из-за того, что их... Ну, в принципе, можно до такого состояния довести, от этих уже легче уворачиваться. А так я-то думал об этом, естественно. Вот как я от этих двух должен увернуться? Никак. Я там просто не успею проползти снизу. Надо еще хотя бы размельчить вот на, да, еще на одну стадию. Нет, что-то я... Не, тут лучше без стратегии, потому что тут начинаешь стратегию вырабатывать, начинается все уже. Просто смерть бесполезная. Потому что я сразу теряю контроль над микро. Не такой я, блин, я не мастер микро, чтобы еще и думать во время мигрения. Не, ну это задница. Да, просто не кореец, к сожалению. Да что такое? Ну почему я не могу нормально запрыгнуть оттуда? Там можно накормить неплохо. Блин. Я решил подумать. А просто в дверь уйти нельзя, да? Ну я просто даже не проверяю, потому что, ну вряд ли. Блин, я думал, он не заденет. Ну все, это жесть. Да, все-таки. Не, все-таки надо одну только размикривать. Да. Ну что, рю брать пора, не? Ну попробуй ради интереса. Неужели будет реально легче? А он не попадает, лол. Непонятно, легче или нет. Но вроде бы чуть легче, да? Привет, Эксдемор. Не очень зарю. Ну так я же им не играл. А, не попадает ни хрена.
Ну, пуля в пол экрана, да. Не, ну, как бы, не знаю. Не, ну, если вы требуете, чтобы я его убрал, я уберу. То есть просто напишите, что да, удаляй. Говорю. Но пока что мне не особо легче за него, я вон все равно не размикриваю. Адско в памяти не умею, ты же знаешь. Не, да не, да ты чё, какой? Так не получится. Либо я вообще не могу спамить. Да нет, он перепрыгивает. Баги точно не нужны. Да если честно, это, по-моему, максимальный мой спам. Что-то ты, блин, я не знаю, чем же ты там спамишь. О, все, палец можно выбрасывать. Жесть. А где сейф-то? Жесть, просто вообще палец отваливается. Налево ничего нет? Блин, я сейчас зафейлю еще, будет вообще пипец. Ну лучше в начале сейф, да? А, не, я оттуда смогу прострелить, да? А чё за баг-то там, а? Который, ну, типа, помогает пройти. Пока расскажи, а у меня рука чуть отдохнет. Так, ладно, пойду пока посмотрю. Нет никакой секретки. А как это устроить? Не очень понятно. Нет тут никакой секретки, я не вижу. Эти платформы даже не исчезают, никакого затраливания, нифига себе. А как я выше попаду? Привет, ST-223. Так, Лола, а как я в угол-то попаду? А, блин, ни хрена себе. It's magic time.
Нет, что-то непонятно. Не так, а как? И что, звезды? Мне не хватает. Да ладно. Блин, вот это... Да как до этого можно додуматься? Как это взять самому, без подсказок? Блин. Не допрыгивает, это вот отсюда надо. Ну да, ладно, я знаю, я невнимательный, уже 100 раз проверял. А почему двойного прыжка? Ну я знаю почему. Это ж больше. То почему же, потому же, почему сейчас не было двойного прыжка. И нифига. Не, ну Тор, ты-то видишь, я тоже вижу, что звезды темнее, но ты на это реально обратил внимание, прям вот, без подсказок? И, то есть, ты на это не просто обратил внимание, а решил проверить, что это такое? Ну, не знаю. Это вот это? Ты вот это взял? Чё-то не пойму. Ну, вроде не было такое. Не она? А, это, да. Вот это, наверное. Да-да, вот это. Так, все, думать, значит, надо. Не подсказывать, пока я не буду умолять. Отлично. Блин, ну головоломки в Боше, это называется на фарме кучу смертей вначале. Они все убивают? Ну это можно сразу сказать, чтобы не проверял. Все серые убивают, да? Так, а куда ее в итоге надо-то? К двери, что ли? Не все, да, все убивают. Только вначале по черному блоку можно пройтись и все. Убивают.
Ой, я что-то плохое, да, сделал? Рестарт, походу. Я пока не очень понял цель, если честно. Блин. Да не туда. А, в дверь загнать. Ясно. Сейчас это подумаю. Я просто пока механику не очень понял. Так. Ну... Вроде, в принципе, понятно, если механика работает как надо. Да что-то я думал, он вниз упадет, лол. Такой, он же брал это. Лол, я же это брал. Что за фигня? А, или я стоял на этом. Нет. Это вроде ж брал. Ладно. Значит, понизу надо. А, не понял, затуплю. А, он же там не по... Блин. А, поедет. Блин, ну это хардовая вообще-то, если что. Ну не туда, ну зачем? Ну, по-моему, потрачено. Если его вверх не получится обратно отправить. Получилось. Да. А, не, возможно, все-таки ему островок этот мешает, да? Все-таки островок, походу, мешает. А, да? Да... Ну а как? Я, блин, вообще не понимаю тогда. Профукал, да? Или дверь открылась? Походу профукал.
Сейчас то подумаю еще немного. Привет, мистер, на волнение. Так, это понятно, это понятно. Короче, блин, пока я до конца не понял, но... Не знаю, когда Тоха будет. Ну... На следующей неделе, наверное, может быть, будет. Но пока не могу обещать. А, нет, тут косяка, как тут налево ты его тут не пустишь никак. Значит, тут, ну, тут по-любому вниз тут нет вариантов. Лол, Тор, ну не знаю. А чё там прям так? Ну разберешься в управлении и все, норм. Так ты чё, опять начал игры смотреть перед стримом? Рандомная. Да, лето закончится послезавтра. Так, сейчас тупить перестану, на секундочку. Мне показалось, музыка рестартуется. До зимы, что ли? Не знаю, у меня нет любимых времен года как-то. Это не то, что я хотел сделать. Тем более не то, что я хотел сделать.
Океан. Так. Блин, вот это уже охренительно. Ну, хотя не особо, но, блин, немножко доставляет. Да что такое? Так, а как же тут поступить-то? Мне надо его вверх загнать, а это очень сложно. Так, а если я его вниз скину? А, так он улетит нафиг вообще. Да запросто запороть-то. Запорол. А. Ну, блин. А, слева надо было прыгнуть, да, наверное. Да, затупил. А зачем я спрыгнул? В принципе, загадка, конечно, очень легкая. Просто больше это сложно выполнить. Да. Ну, не. Да не, даже тут выполнить-то не очень сложно. Ну просто так немножко доставляет местами. Так. Да зачем? Блин, чё я тороплюсь? Да, разнообразие, согласен, прикольно. Не, всё, удаляй. Блин, а тут фиг знает, ну и все, да? А, не, ну почему все? Все? Нет, не все еще. Но сейф.
А, интересно сделали, я понял мысль. Да осень же норм вообще. Не жарко и не холодно. Дождик постоянно. Тут секретки есть? Прикол, да, я засейвился. А, больше не будет секреток. Блин, там поверху надо перепрыгнуть, что ли, эту штуку? Нет, даже тратятся все прыжки. Просто это больше прыжок, походу. А, ну хотя... Если туда, на ту платформу попробовать заскочить. Так, налево или направо? Ну ладно, пойдем сюда. Я задел его? Удаляй. А, я понял вроде. Блин, ну вы поняли, да? Блин, это трололо в чистом виде. Да это жесть, если честно. Блин, да как его бог-то запустить? Я что-то не понимаю. В смысле, игры? Нет, ты чё, я ни одного Мегамена не играл. Но на Ютубе все смотрел прохождение. Почти все. А, так он только один. Да, прошел. Я не знаю, как тут. И как мне потом там идти, если того блока там не будет? А, только это для этого? Ясно. Пледик и что? Какушко? Так. А, какао. О, кстати, что-то давно какао не пил. Надо, блин, будет сделать. Хорошая мысль. Спасибо. Вначале наверх схожу, надо натренить этот момент.
Только воду. Так, этот мне нужно толкнуть явно туда. И что, мне надо всех этих обязательно уничтожить, что ли, или как? А, я понял. Не такое уж простое место, но не такое уж и сложное. Непригодно для питья, но это, видимо, для себя так просто решил, да? Ну, у каждого по-разному. Вкусы разные. Да что ж я никак не могу это перепрыгнуть-то? Что-то я задумался. Так, да, блин, ну... Так, сейчас вначале надо подумать все-таки. А, все, что-то думать, ясно. Вот это поворот. Стой, 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 стой. Блин, там... Я не понял, как на него сверху запрыгнул. Я скоро Торниса догоню по смертям. Печаль, беда. Так вода-то чистая хоть? Или... там с разными химическими веществами. А то я так смотрю, ты заботишься сильно о здоровье. Наверное, максимальный фильтр покупаешь и кипятишь еще. Я застрял. Да что такое?
Опять я застрял. А, 29, я что думал 23 где-то. Вот, и как здесь поступить? Мне кажется, снизу нереально выпрыгнуть. Сверху я просто не долетаю. Вообще, я до островка-то еле долетаю. А, может быть... Ну... Может быть, все-таки там и можно сверху, блин, ну, с места. Так, да, пойду теперь этот момент тренить. А, не получится. Что я сделал? Так, блин, я соскальзываю. Понятно. Еще там и не умирал. Здорово, Картофан. Наигрался в свои, блин, не очень дэнди игры. Да что я делаю? Ну нафиг так жить-то. За лол, ты... Не очень? А чё ж ты пришёл? Так, осталось только нижнее. А, ну тогда ясно. Это ж все меняет. Чё, уже... А, мне показалось, уже босс, это сейчас. Что за жесть? Да ладно. Скоро весело будет, Пека? Да, это офигительно.
А как то успеть-то? Я же не могу двойной прыжок сохранить-то. Ну, в смысле, второй. Да, я не понимаю вообще. Не, ну вряд ли тут можно с одного прыжка успеть. Надо посмотреть. Ну, по идее, наверное... не знаю. А как там с одним прыжком-то? Да не получается. Он умирает там слева. Так все равно я не могу там прыгнуть на эту черепашку, потому что там надо, блин, соображать быстрее. И это слоупок. Это что такое? А почему там два телепорта? Тут что, секретный мир какой-то еще один? Или это затравливание? Ну это я позже насчет выясню, насчет телепортов. А, телепорт к боссу, как странно. Блин, а как это выполнить-то? А если там был Мегамен, то кто был тогда на седьмом уровне? Да что, блин. А, Бомбермен. Ну сейчас увижу, кто там в текущей версии. Да? Ну не знаю, 9 уровень, тут должен быть сложный босс. Потому что Соник уже был сложный, Мегамен, ну так, поначалу довольно составляет. Ну вот, так что, не знаю, тут должен быть сложный. Тор, тебе лишь бы спойлернуть. Что-то какой-то прыжок не очень, да?
Тоже сам-то не проходил и понтуется, типа, что он знает какие-то из боссы. Потому что он смотрел там всякие спидраны. Изучал спидран тактики. И, ну, fuck yeah. Ну ок. А, мистер Нуба мнение какое-то отношение имеет, я не очень понимаю. Раз я сам себе заспойлерил, значит я был не против этого, очевидно же. Ну, 10.5 на изи довольно легкая, когда чуть-чуть хотя бы понимаешь, начинаешь понимать, какие кнопки за что отвечают. А 12-я хардовая, ну прошел таки на изике. Через монитор, чтобы не порезал, а что ты и такое можешь, что ли? Затравлено. Затравлено, да. Я не знал этого. Так, а как увернуться-то? Походу надо на нижний экран лететь. Не зря же там справа сделали проход. Блин, не попадаю по центру. Или там не по центру, а ну сейчас разберусь. Привет, Just Observer. Может так? Ясно, я понял. Надо налево тут бежать. Блин, ну туплю. Да что ж я не могу попасть на долбанную эту стрелочку-то? Забываю, что надо приземлиться вначале, а то прыжка не будет. Опять не будет, блин, ну... Да что, ну что я делаю? Такой не очень, вообще жесть. Да ладно, нельзя там укрыться? А где тогда можно укрыться? Значит, не здесь. Успеть наверх, да? Успеть наверх надо. Не успел. Ну я понял, можно успеть. Бред, фул грим. Да,
Ты кто? Я не знаю такого этого персонажа. Опять здоровье дофига. И Зельды, главный злодей? А, так он там вроде зеленый был какой-то. А что, у него другая атака? Рандомная, что ли? И в первой Зельде вроде не так выглядел. Ну, если честно, наверное, буду заканчивать все-таки сейчас. Босса в другой раз пройду, потому что что-то я, ну, как-то себя, блин, не очень чувствую сейчас. Явно не настроение, чтобы босса проходить. Так что в следующий раз будем босса проходить. Все, на этом стрим заканчивается. Всем пока. Увидимся на следующем стриме.